Здравствуйте. Теперь Италия и матч Наполи-Сассуоло. Конечно, и форма Сассуоло, и неудачная игра в выездных матчах. Все это указывает на победу Наполи. Но коэффициент просто безобразный – 1.30. Тут, по сути, и выбрать нечего. По всей видимости, крупно Наполи не обыграет Сассуоло, так как команда борется и забивает почти всем, с кем играет. Ну и пропускает очень-очень много. 2-2 с Рапидом, 2-3 с Атлетиком Лиги Европы, 1-2 с Лацио. И потому возьму тотал больше 2,5 мячей за игру. А кто решится рискнуть, как я, то и Сассуоло больше одного гола. Но это риск все же. Всем спасибо, до свидания.